Разговаривают два друга, и один другому говорит: «Слушай, ты чё такой печальный, да? Купил, значит, я столовую, переделаю ее в публичный дом. Блин, да место хорошее, девки такие классные ходят. Слушай, а прибыли вообще ни о чем. Хо, так это твой публичный дом, да? Слышь, а ты чё-то не зашел? Да ну его! Иду, значит, я мимо, смотрю, табличка: «Извините, у нас самообслуживание». Всем приветики! Как дела? Как настроение? Не знаю, как у вас, у нас сегодня просто великолепная погода. Я понимаю, что пробки, вот это вот все. Ох, ну я люблю прям такой снег сегодня, прям красота. Но пробки, конечно, ужасные были. Пока до остановочки доползешь, уже все, язык на боку. Интересно, как у вас погодка? Пишите, не стесняйтесь.